Эй, а ты что тут делаешь, Муфаса? Я недавно узнал, что у меня здесь мог остаться сын. И сколько алиментов он получит? Король не платит алименты. Ты не платил алименты 30 лет и все равно вернулся? Но ты и лох. Здравствуй, я Ким Джофер, король Замунды. А ты наследник трона. И мой сын. Да он же принц Ваканды или типа того? Ваканда — вымышленная страна. Не для меня. А Замунда очень даже настоящая. Не нужны мне подачки. Подождите. Молодец, сынок. Ладно, я передумал. Представляю вам сына короля Акима из Америки. И его мамашу. И его мамашу. Дети, это ваш брат. Здравствуйте, королева. Простите, что спала с вашим мужем. Это было до тебя. Можно подумать, ты у меня был первым. Да, признаю. Погоди, что ты сказала? Как это не первый? Я думала, Микаю станет королевой. Женщинам нельзя править Замундой. Таков закон. Тебе не приходило в голову, что Мика хочет быть наследницей? Как смеешь ты изгонять меня из собственной спальни? Как ты, Аким? На меня все ополчились. Я разочаровываю семью. Ты должен быть сильным. А генерал Изи спит и видит, как начнет править Замундой. Подними выше. Я не слышу аплодисментов. Мне нравится. Еще бы. Тут весело. Честно говоря, ты слишком модный для моего королевства, но выглядишь зачетно. Да, вот так. Молодец. А теперь скажи привет, тёлки. Привет, тёлки. Не-не-не-не, это ж его мама. Да, ей нельзя? Его маме нет. Поездка в Америку 2. Ты почти готов стать принцем. Почти? Уже пора. Церемониальное обрезание. Принесите королевское мачете. Мачете? Они разрубят его пополам, племяш. Coming to me.